2024 году в академический рейтинг QS World University Rankings вошли 1500 вузов из 104 стран мира. Не станем углубляться в методологию составления рейтинга, отметим лишь, что эта академическая табель о рангах исследует десятки различных показателей, включая анализ миллионов научных статей и опросы десятков тысяч преподавателей и работодателей. Из первой сотни лучших университетов мира образовательное агентство Students International работает с 23 вузами. Иными словами, у нас есть договорные отношения с этими университетами, и мы принимаем документы абитуриентов на поступление на их образовательные программы. Приведем список этих 23 университетов из первой сотни лучших вузов мира. Если ваша академическая успеваемость не позволяет поступить в самые топовые вузы, то мы можем предложить вам поступление в университеты, которые входят во вторую сотню лучших университетов мира. Вот список 14 университетов из второй сотни мирового рейтинга QS, с которыми работает Students International. Для того, чтобы подобрать страну, университет и программу обучения, обращайтесь в любой офис образовательного агентства Students International. Мы работаем в России с 1992 года, и наши офисы находятся от Владивостока до Москвы и от Санкт-Петербурга до Краснодара. Уже второе поколение студентов получают образование за рубежом с нашей консалтинговой и практической помощью. Мы помогаем подобрать оптимальный вуз и программу обучения, помогаем получить зачисление из университета и оказываем визовое сопровождение для получения студенческой визы. Полный спектр услуг, полный список наших партнерских вузов и наши контакты смотрите на сайте www.studinter.ru.